Сони, подъем! Подъем, подъем! Я ухожу, а вы умывайтесь и завтракайте. Мама уходит и без нас. Быстро подъем! Мам, а куда мы идем? Мы никуда не идем. Иду я одна без вас. А мы? А вы будете дома. Встали бы пораньше, умылись, позавтракали бы и пошли бы со мной. Ну, мам, ну куда ты хотя бы идешь? Я иду прогуляться по магазинам. Может быть, куплю себе что-нибудь новенькое. А купи мне тогда кофточку беленькую. А мне тогда красненькую. Ладно, постараюсь. Давайте завтракайте. Из-за тебя нас мама с собой не взяла. Почему это из-за меня? Да потому что всю ночь в телефон играла и спать мне не давала. Из-за тебя мы все проспали. Ладно, пошли завтракать. Я думала, это ты мне сделала. Я сериал вообще-то смотрю. Ну и что? А я мультик хочу смотреть. А ну переключи. Не переключу. Дай пульт. Нет. Да, Тома, дай. Нет, не дам. Отстань от меня. Не получится тобой. Вредина. Сейчас я тебя устрою. Получи. Дети, вы что делаете? Я им подарочки купила, а они вот как меня ждут. Подарочки? Мне первой. Нет, мне первой.
Так-так, а ну успокоились, а то не будет вам никаких подарочков. Ладно-ладно, мам, мы уже успокоились. Ага, давай наши подарочки. Так, это Тоня. Спасибо. Это Маша. Ура! А это мне. Классная какая! И у меня классная! Нет, мне больше красная нравится. Дай, вот твоя. Тома, не наглей! Верни сейчас же! Нет, вот я тебе свою белую дала. Носи ее. А это моя. Моя красная. Только не это. Они опять спорят. Нет, не отдам! Дети, ну у вас вообще совесть есть? Что у вас тут происходит? Она забрала мою кофту. А я ей свою зато отдала. Не нужна мне твоя, я красную просила. Это мне мама купила. Так, стоп, стоп, стоп. Прекращаем ссориться. Отдавайте мне это все сюда. Пока не перестанете ссориться, никаких подарков не получите. Опять все из-за тебя. Это из-за тебя. Слушалась бы меня, было бы все нормально. А что это я должна тебя слушаться? Да потому что я старше. Ну и что? Как ну и что? Раз я старше, значит я главнее. Нет, я главнее. Как это ты? Я старше. Вообще мама самая старшая, значит она самая главная. А когда мамы нет дома, я здесь самая старшая, значит самая главная. Ну и что? А то, что мы без подарков остались. Теперь надо придумывать, как их вернуть. О, Маш, и мне налей чай. Да, конечно, вот сейчас все брошу. Мам, ты пришла, даже не поела. Вот, попей хоть чаек. Ой, спасибо, так приятно. Мам, вкусный чаек? Очень, спасибо. Мам, я тебе вкусно маму принесла. Она вкусненькая, сладенькая. Ой, спасибо. Обожаю вкусно маму. Вкусная? Такая сладкая. Ой, сюрпризик. Можно я его себе оставлю? Конечно, мам, можно. Мам, а можно я сегодня вечером эту кофточку надену? Конечно. Маша, моя красная, дай. Вообще-то это моя красная. Забирай белую. Белая это твоя. Да. Так, стоп, стоп, опять началось. Ничего вы не получите. Я это все сдам в магазин. Хорошо, чек не выбросила. Мись, и больше не делись. А если будешь драться, я буду кусаться. А кусаться ни при чем, я ударю кирпичом. А кирпич ломается, дружба начинается. Мам, мам, подожди, подожди, все, мы помирились. Да-да, не относи покупки в магазин, мы теперь дружные. Что, правда помирились? Больше не будете ссориться? Нет, мам, не будем. Честно, не будем. Ну ладно, поверю вам. Нате, держите. Спасибо! Том, а хочешь, я тебе потом дам свою кофточку поносить? Да, хочу! А я могу дать тебе свою? Хорошо!